находимся в Моделенте, аквапарке. Вот такая детская зона. Кораблик стоит. Это Андрей пошел. Немножко такая погода пасмурная, облачная. Народу мало, это плюс. Вон Андрюха полез. Мальчика. Хорошо, забирайся. Вот это такая горка, башня. Здесь очень много горок. Вон еще одна. Ручей, перешагиваю. Мы с Вероникой решили не купаться, потому что прохладненько немножко для нас, женщин, поэтому решили не купаться. А Вадька с Андреем решили покупаться. Вот. В общем, такая детская зона. Но это первая зона детская. Впереди еще есть.